За нарушение программы по сохранению животных в заповедниках задержан бывший сотрудник тафаларского заказника. Мужчину подозревают в браконьерстве. Вскрылись факты незаконной добычи кабарги в ходе внепланового рейда. Его провели сотрудники заказника совместно с полицейскими. Чтобы выйти на след предполагаемых браконьеров, пришлось преодолеть больше 70 километров. Но усилия оказались не напрасными. Были задержаны двое мужчин, один из которых в свое время работал госинспектором на этой заповедной территории. При себе у мужчин было 8 единиц оружия, петли, капканы, а также 6 тушек убитой кабарги. Общий ущерб природе специалисты оценили больше, чем 500 000 рублей. Возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: незаконная охота и нарушение режима особо охраняемых территорий.